В должности главврача Ирина Демьянова около 10 лет. В поликлинике на Мацесте трудится 23 года, ну а в медицине 30. Ирина Викторовна не только отличный врач-кардиолог, но и организатор, грамотный руководитель, отмечает медперсонал. За это время сложился работоспособный, дружный коллектив. И Ирина Викторовна старается помочь сотрудникам, если у них какие-то имеются проблемы. В общем, наверное, комсомольская закалка чувствуется. В комсомол Ирина Демьянова вступила в 80-м. Говорит, это отличная школа для молодых людей. Именно она научила самоорганизации, вере в свои силы, научила защищать слабых и протягивать им руку помощи. В том числе и комсомол повлиял на выбор профессии, говорит главврач. Ну а приобретенные качества помогли подняться по карьерной лестнице. Я была комсоргом своего класса. У нас была активная жизненная позиция. Это позволяло в дальнейшем всем тем, кто, в общем-то, были комсомольцами, а тогда были почти все комсомольцами, в дальнейшем уже как-то в этой жизни занять активную позицию. Вот в том числе я считаю, что мне это тоже помогло. Комсомольские традиции нужно обязательно возрождать, говорит Ирина Викторовна. Учить подрастающее поколение быть инициативными, активно участвовать в жизни города и страны. Потому что если не будем мы увлекать свою молодежь, то найдутся какие-то другие не совсем хорошие организации, которые будут тоже внедрять в умы молодежи свои какие-то идеи. Сама Ирина Демьянова активна не только в работе. Она председатель участковой избирательной комиссии, куда входят и другие сотрудники поликлиники. Одним словом, жила и продолжает жить с комсомольским задором. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.